овса. Навез клевер Тимофеевку, ежу, ну много здесь. Майнкрафт был второй год. Поломались на три пролета. Стало середину пропускать. Там уже сломано полотно. Сломано. Опять на стыке на этом. Постоянно беда с этим стыком. Так, пальцев. Палец я видел, там один нам надо. Завтра воскресенье, завтра мы хрен чё возьмем, а в понедельник надо будет полотно одно купить. Еще болт тот, да? Затертый. Так, ну и вроде бы все, ничего страшного, ты на отаве, лишь бы на сене так не был. На отаве. На сенаже. Я говорю, надо его заглушить и зацепить сразу за косилку. И... или грабли сразу приделать к косилке. Ну. И будет нормально сразу. Раз, сгреб. Да. А вообще на ней идет... Вот здесь стоят крылья. У нас их нету. И они делают максимум двухметровый пролет. А так здесь должны щитки стоять, регулируемые, которые регулируют ширину валка. Если их поставить, то и без грабель можно под сенаж херачить. Насколько я это все понимаю. Так, Ешка, не докосили. Сенаж не докосили. Вернее, клевер не докосили. Что произошло? Произошло. А вот что произошло. Опять этот стык. Как он куда врезался? Что произошло? В общем, одно полотно сняли. Но эти два... В принципе, их не видно было, но... сломало полотно. А, я знаю, почему я его сломал. Потому что болгаркой срезали. Клепки и проточили нож. Полотно. Так, ну я, наверное, снимал вчера. Скрутили и купили новое полотно. Ездил в Рамешке, взял абсолютно новое. Вот старое. Старое обломило. Конец на это я показывал. Не это хотел сказать и рассказать. То есть 2 года назад брали такое полотно 5000 рублей. Сейчас в Рамешках у нас оно стоит 16 500. 16 500. Мне кажется, мы эти драгметаллы косим. Такое ощущение. Ну ладно, лирика. Дособираем. Сейчас хотим прокрутить, посмотреть. Чтоб нож на место новый встал. И будет все видно.
Так, ну сейчас снимаю. Это где у нас случилась поломка? Я уже проехал, блин. Сюда приехал. А снимаю после того, как заменили нож. И, блядь, почему-то вот такая херня происходит. У меня здесь, по-моему, лыжины нету. А там есть. Ну и там также забивает бочина. Вон, полосы оставляет. Значит, нож вот этот поменяли. Нож короткий поменяли. Была проблема, опять же, со стыком. Вот этим дополнением на втором ноже. Это у нас прошлогодние косяки. Сейчас мы их уберем. Сейчас будем косить на сенаж. Поле у нас сеяно. Но здесь еще не сеяно, от столба начинается. Здесь простое луговая трава. Ну такая хорошая, много клевера этого. То есть пробный заезд я вам показал. Вроде бы тьфу-тьфу-тьфу, все идет нормально. Ну и сейчас попробую прокосы 4 сделать под сенаж. Почему 4, почему мало? Потому что вдвоем мы больше 20 рулонов просто не успеем замотать. Сейчас мне надо будет до Гордов доехать. Ну, 20 рулонов сегодня замотаем. У нас где-то будет рулонов 80 уже сенажа. Мне на хозяйство столько и надо. Ну, остается 2 бобины у меня еще. Ну, и их, по-моему, попробую замотать на этом клевере насеянном. Так что, как-то вот так. Хотя бы, чтобы замотать клевер сеянный. Ну, поехали.